Я не отношусь ни к лагерю тех, кто ждет возрождения, ни к лагерю тех, кто ждет распада. Опять-таки, для меня это не вопрос на повестке. На мой взгляд, в России все достаточно хорошо. У нас вполне себе понятная стабильная экономика, у нас вполне себе понятная стабильная, не считая некоторых особо там отбитых башкой граждан, которые на площади выходят, политическая ситуация. Вот. У нас, в общем, на мой взгляд, все вполне себе хорошо. Да, действительно, есть определенная проблема, там, но о ней только лениво не говорит, связанная с сырьевой зависимостью. И она действительно преодолевается, там, наверное, наименее адекватным образом, потому что потуги в области там, инновационной экономики и креативной экономики достаточно прискорбны пока что. Но мне кажется, что это только исключительно вопрос менеджмента, и как только менеджмент в этих индустриях сменится, все станет нормально. Поэтому я не жду ни возрождения, повторюсь, ни гибели. Все как было, так и будет. На мой взгляд, это позитивно.